Итак, друзья, всем привет! Сегодня мы идем собирать сморчковую шапочку. Пока что попадается только саркоцифа. Шапочки особо не видно. Но время уже пришло. А вот, смотрите, первая шапочка попалась. Еще только начинают расти. Так, вот они под листьями. Да, есть шапочка. Значит, будет... О, еще одна. Походу зацепил ногой. Вот смотрите, прям два гриба рядом. Шапочка и саркоцифа. Шапочку мы возьмем, а саркоцифу оставим. Вот такие небольшие молоденькие грибы. Самое то будем собирать. Очень много попадается саркоцифы, до таких размеров больших, а вот шапочки маловато, только вначале мы немного нашли и все. А так идешь, только и высвечивается саркоцифа. Но еще грибы совсем не заметить. Такие они маленькие, под листьями. Здесь кто-то немного поворошил листья, и грибы видны. А так как мы прошли мимо и совсем бы ничего не нашли. Вот смотрите, совсем маленькие еще. Здесь побольше, но прям под листьями растут, еще только начинают. Там еще поменьше. Можно сказать, даже рановато приехали. Смотрите, что мы заметили. Какие-то странные грибы плавают в луже. Четко выделена вроде шляпка, ножка. Может, дождевик, но не очень похоже. Мы уже прошли довольно приличное расстояние, и нам не попадались грибы. И вот очередное местечко, где есть сморчковая шапочка. Смотрите, еще десцица, наверное, растет. Итак, вот, наверное, самый большой сегодняшний гриб. Пока самый большой. Итак, идет у нас сбор гриба. Небольшой снежок пошел. Не жарко в лесу, но интересно. Кто-то раздавил. Так, вот нам попалось такое местечко, где много грибов растет, но они все такие маленькие. Здесь вот даже полосами растут. Вот 100% под этой кучкой листьев будет гриб. Вот.
Вот они, наши грибочки. Ну что, у нас довольно неплохой результат. Вот такой вот большой пакет маечки. Больше половины. И главное, одна сморчковая шапочка. Ни одного ни строчка, ни сморчка мы не нашли. По пути домой вообще набрели на суперское место. Я не знаю, будет видно на видео, нет. Здесь все усыпано шморчковой шапочкой. На несколько метров вперед даже. Ну вот, то, что мы сегодня собирали, наших ток. Грибов много. Устали собирать.